Подготовка занимает около 15 минут. Сначала нужно настроить аппарат и навести его на злополучный камень. А дальше, как говорят сами врачи, все как в компьютерной игре. Прицелился и выстрелил. И камень, который доставлял много проблем, дробится на множество осколков и потом выходит из организма. Пациент во время процедуры находится в полном сознании и не испытывает какой-либо дискомфорт. Ну, вообще, мочекаменная болезнь – это очень частое заболевание. Заболевание, которое, ну, можно сказать, на втором месте после воспалительных неспецифических заболеваний почек. Александр Васильевич был срочно госпитализирован в республиканскую больницу. Камень вышел из почки и застрял в мочеточнике. Прошел процедуру дробления, камень разбился и вышел мелкими частицами. Все быстро, безболезненно. Самое главное, что не полостная операция. Без хирургического вмешательства она делается. На покупку такого аппарата из республиканского бюджета выделили чуть больше 30 миллионов рублей. В соседних регионах Чите и Иркутске таких чудо-вещей либо нет, либо они предыдущего поколения. Илья Балханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.